Привет! О, привет! О, еда, мне нравится. Что вы делаете без меня? Смотрю журналы. Садись к нам. Красотка, правда? Бейс? Вся в меня. Айфончик, да ты что, ребят? Алло, Лиза, ты что, их реально разыгрываешь? Ну да, вон три айфона стоит. А как их выиграть? Легко и просто, посмотри на моем видео. Так, смотри, вот тут вот пишешь комментарии и выигрываешь. Все просто. В смысле, как комментарии написать, если закрытые они? Блин, так обидно, серьезно. Я со своими подписчиками пытаюсь постоянно поговорить, и просто не получается из-за того, что комментарии закрыты. И прикол в том, что закрываю комментарии не я, а YouTube. Ну это не серьезно так. Надо придумать новый способ для того, чтобы пообщаться с подписчиками интересными, просто чтобы они нам позадавали. Ну, мне тоже так кажется, но понимаешь, YouTube комментарии просто заблокированы. Инстаграм просто у меня полностью забит, я не могу каждому отвечать. Ну, ВК то же самое просто, я не могу пообщаться. Лиза, так Ask.fm есть, там как раз приложение для ответа вопросу. Лиза, у тебя есть Ask.fm? Точно, как же я могла забыть Ask.fm? Это как раз приложение для вопросов и ответов. Кстати, у меня есть свой профиль, подписывайтесь, я подписана вот так. Точно, как раз здесь я могу пообщаться со своими подписчиками. Так, а как здесь отвечать на вопросы? Там можно отвечать обычными сообщениями и гифками. Кстати, ты знаешь, что теперь-то можно отвечать фотками и видео? Да. 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 Что, не знала? Они обновились, там теперь очень много классных фишечек. Надо посмотреть. Кстати, а вы знаете то, что можно задавать здесь анонимные вопросы? И за ответы на такие вопросы вы получаете монеты. Ну так а что за эти монеты можно покупать? Говорят, что в скором времени эти монеты можно будет обменять на какие-нибудь бонусы. Или даже товары. Поэтому я монетки эти собираю и вам советую. Кстати, ребята, у меня уже собралось очень-очень много вопросов, поэтому погнали прямо сейчас на них отвечать. И, кстати, есть такой прикол. У меня есть офигенная идея. Кто не отвечает на вопрос... Или отвечает неправильно? Yes, bamboozled. О, нет. Ребята, я уже зашла в свой Ask, а вы заходите в свои. На протяжении сегодняшнего дня и вообще всегда я буду отвечать вам на классные вопросы. Вы заходите? Конечно. Конечно. Да. Вот, я уже там в тусу. Все, есть. Это мой Ask, там задавайте мне вопросы. Давай на двоих один. Итак, первый вопрос я буду задавать для Лизы. Так. Как ты относишься к хейтерам и подписчикам? Мне их нету. Теперь ты задаешь любой вопрос, вот ты выбирай. Дима, тогда следующий вопрос для тебя. Какой город ты бы хотел посетить в данный момент? Надо подумать. Киев. Поехали. Если бы ты выбирала между этими двумя вариантами, что бы ты выбрала? Полюби человека, который любит и ухаживал за тобой, за твою красоту, или чтобы какой-то твой кумир полюбил тебя не по чувствам, а по надобности, жду ответ. Так. Кому сдать? Давай. Так. Я выбираю первый вариант, потому что когда тебя любят за твою простоту, это намного искреннее и круче. Да. Ого. Теперь ты задаешь вопрос, выбирай кому сама хочешь. Кристина, тебе. Я тебя так люблю. С кем тебе хотелось бы иметь отношения, но ты понимаешь, что тебе ничего не выйдет. Мне ни с кем не хочется иметь отношения. Смотри. Видишь этого молодого человека? Она ответила. Держи. Андрей, что вас в этой жизни бесит? Очень такой сложный вопрос, но по моим математическим решениям я прихожу к выводу, что меня бесит очень сильно. Это меня бесит очень школа, да. Перезагрузка. Да, все согласны. Понимаете, давай. А Лиза, когда ты бы хотела встречать? Лиза, когда бы ты хотела встречаться с парнем, или ты уже? Я считаю то, что если момент подходящий, вот тогда можно.
нету такого, что я бы прям вот в каком-то возрасте прям вот четко вот хочу парня, неважно какого, просто чтобы был. То есть, когда буду чувства, пусть будет так. Кстати, Лиза, какая ты в лидерборде? Благодаря вам, моим любимым ананасикам, благодаря тому, что вы задавали мне очень много вопросов, и я на них отвечала, я сейчас пятая в рейтинге среди своих друзей. Благодаря большому количеству вопросов и ответов, мой рейтинг все время повышается, и я получаю монеты, а монетки стоит собирать. Итак, следующий вопрос я хочу задать Владе, потому что Влада еще не отвечала. Тебе нравится Давид? Он это будет смотреть. Да, я ему сам включу это. Ты покраснела, ты жестко покраснела. Будешь отвечать или нет, Влад, давай. Да ладно, ребят, какая разница, Влада покраснела, значит нравится, все. Давид, Вадим, мы тебе покажем это видео. Передаем привет Давиду за Вадиму. Давид, все для тебя. Давайте вопрос будет Кристине. Хотела бы ты иметь родную младшую сестренку? И почему? Нет, не хотела, потому что не хочу. Потому что я не люблю, когда у меня есть брат или сестра, с ним надо делиться, ссориться и все. Давай мне. Плюсуем. Настя, тебе задаем. О, Господи. А ты когда-нибудь кого-то любила, может, сейчас любишь, а было, что когда-то кому-то завидовала? Да, было. Было, что ты любила, или было, что ты кому-то завидовала? Просто было. И было, что я любила. Было, что люблю. И было, что я завидую. Меня она любит. Обожаю, ты же моя любовь всей моей жизни. Было такое, что ты кому-то завидовала? Да. Своей подруге. В чем? Настя? Нет. Он на 1 миллион подписчиков. Давай. Влада. И снова я. Оцени по шкале от 1 до 10, насколько ты считаешь себя красивой. Я знаю, что Вадим будет смотреть это видео, поэтому... Держи. Для Вадима на 10, для себя, ну, на троечку. А я 10 из 10. На самом деле, правильно, чтобы была самооценка 10 из 10, потому что уверенность — это главное в себе. Давайте вопрос Кристине. А на что ты откладываешь деньги? Я откладываю, но я не знаю на что. Когда они на что-то пригодятся, тогда я их и потрачу. Давайте мне, я дальше буду кому-то задавать. Напьешься. Я задаю Андрею, потому что тебя давно не было. Как реагировали одноклассники, когда ты начал сниматься на YouTube? Сначала ржали, а потом все ко мне подходили, чтобы взять автограф. Автограф, Андрей, уже пропел, Андрей, не, на самом деле все просто нормально отреагировали. Ну, адекватно, что я скажу, типа подошли, типа, о, там, типа, красава, давай, пить, там, типа, молодец. Твое самое заветное желание? Собрать большую компанию, поехать на этих выходных на шашлыки, ну типа с друзьями. Так, Лиза, он задал мой квиз. Как относишься к Корее и ее обычаям? Там мне очень нравится, как поют одна группа. BTS. Там очень красивые люди, там очень красивые пацаны. Пацаны. И, короче, они очень все классные. Лиза, я задаю тебе. Почему именно ананасики? Я Лиза Найс. Мои подписчики Найсики. Если добавить, то будет ананасики. То есть не ананасики, а ананайсики. Многие не видят разницы, но разница есть. Пусть будет, кто не отвечал. Настя не отвечала. Какая вещь тебе дороже всего? Я. Мои друзья. Да, конечно, ты, Влада. Мои друзья дороже мне всего. Опять я Владе задаю. Какие качества должны быть в человеке? Наверное, самое первое, что я ценю в человеке, это общительность, потому что как можно узнать человека, если он не общительный, если он замкнут в себе? Второе – это честность. А третье – это дружелюбие, когда человек любит всех и все. Дима, что делаешь, когда грустно? Ну, я с друзьями. Лиза, есть идея для видеопранков? Есть. Все. Уже время, ребят. Все, пока-пока. Пока. Вадима, привет. Все, пока-пока. Или Давиду. Дима, пока. Пока. О, да, вот этот вопрос мне надо Лизе задать. Лиза, в чем тебя не переубедить? Потому что я умею. Нормально воняет. Да, это я согласна, да. Давайте, Андрей, тебе. Ищешь друзей? Круто, не ищу сейчас. Да.
Вопрос к Лизе. Лиза, будешь делать сходку в Одессе? Да, ребят, когда я приеду в Одессу, я обязательно сделаю там сходку. Ребята, это только маленькая часть интересных вопросов от вас в Ask FM. Если ты хочешь задать мне вопрос, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся в Ask FM и задавай мне много интересных вопросов, на которые я со своими друзьями будем отвечать. Да. Ребята, а если вы уже есть в Аске, то обязательно проверьте свои старые аккаунты, потому что, может быть, вы уже богатенький буратинка. Ребята, обязательно качайте Ask FM, задавайте разные вопросы, отвечайте на разные вопросы, голосуйте в вопросах. И также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. Мы вас всех очень сильно любим, качайте Ask FM, ссылочки на наши Аски будут в описании. Всех очень сильно любим и целуем!